Так, всем привет! Сегодня покажу вам хороший способ стирки ковров. И очень все эффективно отстирывается, даже маркер отстираем, дети нарисовали. Сейчас все расскажу и покажу. Итак, вам понадобится сначала обрызгать полностью ковер водой, чтобы он был весь сырой. Лучше всего для этого подходит керхер, но если у вас нет керхера, просто можно водой со шланга набрызгать. И вот вам понадобится вот такой пульверизатор и автохимия. Не автошампунь, не путайте, нужно купить либо на мойку сходить, настоящую автохимию. Ну, здесь просто она налита. И разбавить грамм 70-80 вот на 1,5-литровый баллон. Сейчас разбавлю и будем брызгать. Ну вот все, теперь берем наш пульверизатор и тщательно его ковер весь обрызгиваем. Ну вот, после того, как вы его пробрызгали, нужно подождать минут 5-10, чтобы химия заработала, грязь вся стечет, и потом ковер обильно смываем водой, чтобы ничего не осталось, ни пены, ничего, и сушим. Вот и все, в принципе. Ковер будет чистый. Всем спасибо за просмотр.